А табак, к примеру, отключает мозг. Об этом свидетельствуют результаты уникального по своим масштабам исследования, проведенного в Израиле. В эксперименте участвовали 20 тысяч добровольцев. За последние годы медицина чего только не узнала о табаке. Он убивает сердце, сосуды, легкие, провоцирует рак, замедляет развитие детей при пассивном курении. И вот теперь выяснилось, что никотин представляет угрозу и умам уже сформировавшимся. Исследование показало, что люди, выкуривающие пачку в день, оказываются глупее некурящих процентов на 10. Главной причиной этого медики называют недостаток кислорода в крови курильщика и вызываемое этим кислородное голодание мозга.